Девочки, всем огромный привет! Сегодня у нас пятница, и я хочу побаловать нас курочкой. Вот такая курочка у меня. Она у меня около 2 килограмм. 1,9 кг с чем-то. Не буду вдаваться в подробности, сама уже рассказала. Я буду из минимума продуктов готовить нам вкусный ужин из курочки. Вот я взяла 4 зубчика чеснока, ну целая головка. Соль, и у меня смесь перцев и черный перчик. Я эту курочку буду готовить в духовке. Сейчас я ее разделаю на порционные кусочки и буду класть в кастрюльку. Ну, давайте будем следить за процессом. Сегодня я одна, муж у меня еще на работе, и я сегодня сама снимаю видео. Сейчас посмотрим, что у меня получится. Ну что ж, поехали! Девочки, скажу вам честно, я эту курицу не режу, а пилю. Очень мне неудобно резать и держать камеру. Так что, не серчайте, как получается. Вот я порезала, сейчас я ее кладу в чашку. И буду крошить чеснок. Также я добавлю соль, вы добавляйте по своему вкусу. И перчик черный молотый и смесь перцев. Я буду сейчас все делать молча. Thank you.
девочки, я сложила в эту кастрюльку. Теперь я ее закрываю и ставлю в духовку. У меня духовка на 180 градусов. И я поставлю, ну, минут на 50-60 она будет готовиться, собственно, соку. Крышку я открывать не буду. Я поставила курочку в духовку. И теперь свободно. Только буду иногда поглядывать. А вы можете заниматься пока своими делами. Засекаем время и ждем. Прошло 30 минут. Вот она у меня как кипит там вся. Готовится. Запах вкусный. Ароматический. Ждем. Девочки, все, курица готова. О, горячущая. Смотрите, сколько натопилось там всего. И жира, и сока. Ой, обалдеть просто. И запах, конечно, от чеснока невероятный. Так, прикрою пока. Муж уже скоро подъедет. А я тут еще лучок замариновала. А это овощи вчера в духовке готовила в рукаве. Овощи помыла свежие. Ну что, я с вами прощаюсь. Сегодня самый долгожданный день недели, пятница. Я так обожала этот день с детства. Ой, что я вам хочу пожелать? Пусть ваши выходные пройдут бурно, весело, забавно, интересно. Чтоб было что вспомнить, хорошенько отдохните и приступите в новой неделе к новым планам. Ну что, всем до встречи, всем пока, всего хорошего, до новых видео, всем пока-пока. Привет, приехал вот вечером с работы, не знаю, что еще моя Лариса приготовила, сейчас вот попробую. А запахи не выдали? А запахи, устал как собака, не до запахов, показывай сюда. Так, внимание, суп курицы, сутка. Что-то мне сразу есть перехотелось. Сейчас попробуем. Ну, вообще, как... А, ножка. Да я пошутил. Так, кладем. Так, вот мне Лариса еще овощей положит. Ну-ка, ну-ка. Это мы вчера снимали, да, видеоролик про эти овощи? Угу, а что ты с курочки? Тебе вот эта вот жидкость не надо? Смотри, сколько натопилось. Что-то я один кусочек так по-сиротски положил. Да, хватит. Попробуем. Лучок положу сверху. Вау! Я не знаю, в чем ты готовила и как. Курица нежная лучок. Ну, очень вкусно. Я уже с девочками попрощалась. Ладно, всем пока. Ты прям нехорошо сказал. Курица. Всем пока. Я пошутил. Не обижайся. Хочется продлить видеоролик. Видите, сейчас буду по булькам наливать. Показывать не буду, а то еще забанят ролик. Всем пока.